Всем привет! Сегодня будем производить химчистку салона. Для этого будем тестить очиститель отбивки, ковров и велюра. Фирма это Эльтранс. Стоит около 200 рублей за 650 миллилитров. Плюсом это удаление любых загрязнений салона и антибактериальный эффект. Перед применением необходимо встряхнуть. Так, вот такая она у нас страшненькая. Посмотрим. Что, все будем? Давай, да. И насколько вообще хватит этого? Как будто монтажная пена, бля. Ее очень много хватает, на самом деле. Вон здесь не надо. Что там написано? Протереть сейчас? Подождать надо, не знаю. Кстати, на колпачке есть уже щеточка. Большой плюс, что дополнительно покупать не надо. Ну, типа, потому что сразу нужно вести. Сразу растет. Так я говорю, что написано сразу. Сразу растереть написано по инструкции. Затем протереть просто сухой тряпкой. Все грязь твоя выходит. Все растерялось. Ну да. Неудобно. Неудобно. Ну, я думаю, видно на камеру будет. Фу. То все оставляем на 2 минуты? Угу. Думаю, нужно с водой это. Тряпку. Ну там что написано в инструкции? Прошло где-то примерно 2 минуты. Теперь по инструкции надо это сухой тряпкой протереть. Третья работа. Здесь уже больнее, и там больнее. Вот здесь там. Каждый длинный карта. Там чернее, да, как будто? Нет, это чистая. Это не возлагает. Взяли водички, чтобы помыть тряпочку. Что-то без этого средства вообще не моет. А? Не будет,
Это третий раз или четвертый? Четвертый. Сколько так химчистка, интересно, стоит? По-любому дороже, чем 200 рублей. Нормально поднимает, в принципе. Для химоза за 200 рублей. С водой лучше? Просто чистить ее. Да, это место вообще жесткое. Получше, наверное. Ну, получше, но вот здесь вот прям вот видно еще. За 10 лет никто ни разу не чистил. Вот ты проходишь, так она уж отдирается, нет? Угу. Сюда идет. Сейчас обшикнем, все почистим и все. А что, все-то куда все? Тут тоже грязно. Так, освежить. Пластик, мне кажется, он не особо чистит. Ну, а тут-то уже почистил, даже ничего не делал. Да. Лишь бы кнопки эти не залило. Ну, все дело нормально. Что за лето? Где там по ощущениям? Много ушло? Нет. Я всю машину чистил. Одним баллоном? Да, там осталось еще. Ну, пол машины хватит. То есть, как видим, можно весь пластик данный химозой очистить. Надеюсь, пластик она не разъест. Еще жестче. Потолок даже жесткий нельзя. Ну, не знаю. А тут не стану. Вот лучше убирать. Я сохраняю.
снять карту. Кое-как поставил. Воду нам менять, да? Угу. Ладно, пойдемте. Воду поменяем пока. По полностью. И про пыль зачистим. Да. Так, воду мы поменяли. Один раз тряпочкой помочили, и она опять черноватенькая. Слушай, даже картер, да? Ну вот это, пластик блестит. Но опять он может из-за того, что сырой. Пена остается. Надо пропылесосить потом еще. Пену? Ну там все грязь останется. Пена наверх, наверное, выгонит грязь. Чище, да, но все равно что-то есть. На шубу высохло, подожди. Пылесос с собой? Нет. В том гараже, да? Нет. Помогать помогает, но насколько помогает, пока не совсем понятно. Есть очаг, который она... Ну, пока другую будем делать, это высохнет, может быть. Ну, на солнце, конечно, высохнет. Ну вот, высыхает сверху. На, полирнуть. Ладно, пойдем другую чистить, пока. Козырьки у нас пластиковые. Сейчас посмотрим, как она будет очищать пластик. Гнилой. Который прям жестко засранный. Самым грязь. На пыльцой снимем. Ну, сейчас. Уже говорить ничего не надо. Ну покажи старую. Ну вот тут не чистил. Видно? Да, нормально все отмывает. Ну как бы вот. В принципе, данное средство мы смело можем рекомендовать. Подведя итоги, скажем, что в принципе пена отмывает. Сравнивать нам пока не с чем. То есть, сейчас будем заказывать другую. Этот баллон уже закончился. Отмыли потолок. Все четыре картера. Еще отмывать много чего. Но уже близко к финалу.